Более 600 многоквартирных домов в Сарове находятся в ведении центра ЖКХ. В условиях пандемии управляющая компания старается обеспечить все максимально возможные меры профилактики, чтобы избежать распространения инфекции. На нас возложены дополнительные обязанности. В этом режиме мы должны производить дезинфицирующую обработку всех контактных поверхностей в многоквартирных домах. Обработке подлежит, значит, ручки входных дверей, перила лестничных клеток, первые этажи, лифтовые кабины, пульт управления лифта, пульт управления домофоном, холлы первых этажей. Все это специалисты обрабатывают дезинфицирующими растворами, обладающими бактерицидными, противовирусными и противогрибковыми свойствами. Ну и центр ЖКХ, конечно, сейчас на сегодняшний день прикладывает все силы, чтобы обеспечить запас и дезинфицирующими средствами, значит, индивидуальными средствами защиты своих работников. Ну и хочется одновременно, значит, обратиться и к горожанам, и населению нашего города, чтобы все-таки люди соблюдали личную гигиену, контроль самоизоляции и, конечно, максимально ответственно относились к мерам и профилактике против новой коронавирусной инфекции. То есть я думаю, что все вместе мы с этим справимся. Санитарную обработку сотрудники центра ЖКХ проводят ежедневно. Также каждый день качество уборки контролируют специалисты управления. По всем вопросам горожане могут обратиться в единую диспетчерскую службу по телефону 9-33-33. Екатерина Пенова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.